Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Число безработных в Кировской области сократилось в полтора раза. На 1 июля в регионе было 9600 официально зарегистрированных безработных. Это на 58% меньше, чем в начале года, и на 57% меньше, чем год назад, в самый разгар ограничений, связанных с пандемией. Таковы данные отчета Центра занятости населения Кировской области. Уровень регистрируемой безработицы в Кировской области на 1 июля составил 1,5% численности населения. Это на 2% ниже, чем на начало года. Среди регионов ПФО Кировская область заняла 12 место из 14 по уровню безработицы. Наиболее сложной ситуация с поиском работы остается в Унинском, Нагорском, Богородском, Арбашском, Тужинском районах. Хорошие показатели взяты в Первомайске, Слободском, Кирове, Кирово-Чепецке, Уржумском и Омутнинском районах. Программа «Экономика». Кировскую продукцию нашли на прилавках магазинов в Лондоне. Жители нашего города выложили в сеть фотографии из лондонского магазина. Это торговая точка, где продают российские товары. В таких мигранты могут находить продукты, к которым привыкли, живя в родной стране. Так, на полках магазина «Березка», кроме прочего, кировчанка увидела вятский квас, который производит кировский завод «Вятич», и печенье «Сладкая Слобода». В соцсетях кировчане делятся также информации о том, что видели наш квас в магазинах в Майами и Нью-Йорке. Экономика на 101 FM. В Ганино открыли пункт приема вторсырья. Находится он на улице Центральная, 8. Сдать отсортированный мусор можно с 8 до 15 часов в будние дни и с 9 до 13 в выходные. Принимают в пункте макулатуру, картон, пластиковые бутылки и ящики, канистры и так далее. По словам организаторов проекта, скоро откроется еще один подобный пункт. Он будет расположен в Кирове. Точный адрес пока не назван. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 73 рубля и 47 копеек, евро 86 и 22. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.